Построили себе баню, а сделали плоские крыши. У нас вот здесь плоская крыша, как балкончик такой, и наверху плоская крыша. Положили землю и решили, здесь у нас будет газончик. Но потом у нас начали расти деревья, и мы решили их оставить, потому что смотрятся они здорово. И буквально пару месяцев назад мы посадили свою землянику здесь и наверху, и она уже цветет. Внизу на балкончике у нас немного земляники и деревицы, которые только что мы показывали. А здесь большая достаточно поверхность. Мы выращиваем тут тоже землянику и травка. Землянику мы посадили буквально 2 месяца назад. И она цветет, ну, кое-где есть ягодки. Вот тут, например, желтая земляничка такая, это уже созрела. Тут вот нет ничего. Она у нас через куст. Одна красная, одна желтая. Вот там точно есть. На некоторых кустах созрело, но в основном желтая зреет. Вот здесь вот есть, вон, ух ты, смотри, две прям аж созрели. Mm-hmm. Вот здесь тоже есть такая крупная, она хорошая, ягодки. Земляника только начинает поспевать, но буквально, наверное, через месяц, где-нибудь в августе, у нас ее будет очень много. И нам не нужно будет ездить на разные сборы. Будем свою собирать. Вот первые ягодки собрали. Такая сладкая, ароматная.